Всем привет, друзья! Я тут прибыл на центральную набережную города Сочи. И вот восстановление пляжной полосы, ремонтное пополнение пляжа, пляжного материала. Начало работы 12 марта и окончание 25 апреля. Приносим извинения за временные неудобства, поэтому, друзья, непосредственно по набережной Маяк мы с вами не прогуляемся. Я вас предупреждал о том, что здесь планируется ремонт. Хотя, может, и прогуляемся, смотрите, там народ ходит. Пойдемте. Как вы поняли, мы в Сочи, в самом центре, в районе пляжа Маяк. Нет, ну, все-таки набережная работает, все нормально, все хорошо, пойдемте. Может быть, не в полном, точнее, не может быть, она не в полном объеме, конечно же, работает, но тем не менее работает. Мы сейчас прогуляемся вдоль пляжа Маяк туда-обратно, пойдем уже здесь вот, где торговые объекты. Здесь стояла красивая надпись «Сочи 2021». В связи с окончанием 2021 года эту надпись убрали. И как бы теперь ее нет. А 2022 не поставили. Штефан пивовар. Видимо, там что-то ассоциируется с пивом. Вероятнее всего, с немецким. Но мы туда не пойдем. За рулем нынче я. За рулем. Мне схема пляжа Маяк, кстати, здесь может даже ее ощутить слабовидящий, прочитать вот такие там, вот видите, такие пупырышки так есть, чувствуется. Молодцы, это уже, конечно же, большой плюс. Вот сама схема пляжа Маяк. Пойдемте посмотрим, может быть, даже сверху будет видно, что тут и как творится-то. Ну, явно там щебень какой-то. Здесь были такие, знаете, тренажерчики стояли. И в кусто находился, нарисованный был. И что-то с победой вот такие вот. Тоже граффити были. Интересные, красивые граффити, кстати. Эти пальмочки я вам снимал в одном из вечерних роликов, прогуливаясь по Сочи. Очень красивые фотографии, мне самому нравятся. Прям я так прям себя почувствовал прям великим фотографом. Давайте посмотрим, что тут творится. Да особо ничего не творится. Особо ничего. Трактора, машины. И вот немножечко привезли грунта. Пляж Маяк. Назван в честь маяков, установленных на пляже. Нет, на самом деле, вон он старенький, такой маячок еще. И радиолокационная станция. Я не знаю. Мне, видимо, сильно-сильно повезло, так как я, помните, летал именно здесь, в этом месте, в районе Мойпорта, подымал еще шмеля, но недостаточно высоко, может быть, поэтому мне и повезло. То есть он был в прямом управлении, то есть мой сигнал от пульта был гораздо сильнее, поэтому я его не потерял. Больше я не подымаю в Сочи летательный аппарат типа ОС. Ну, кстати, еще один. Маяк. Свобода, Урбан, Маяк, Юг. Новая локация. Я не знаю, что эти слова значат. Свобода, Юг, музыка, отдых, йога. В общем, тут все такие слова, видимо, связанные с отдыхом. Новшество, Сочи, променал какой-то. Возможно, здесь есть и ругательные слова. Ну что, пойдемте. Пройдемся мимо. Как она называется, господи? Ханели-сунели, хотел сказать. Склероз, все. Пипец мне. Сейчас подойдем, вспомню. Вот непосредственно и в кустах. Вот пляжная зона, которую, я так понимаю, расширяют. Пхали, хинкали. Во, вспомнил. Ну, не вспомнил, подчитал. Прочитал. В любой момент может отключиться камера. Извините, вот он уже разряжается, аккумулятор мой самый длинный, самый сильный. Температура воды плюс 10, воздуха 0,2. Я пошел греться, буду купаться, греться. Проход туда вот запрещен. Стоят награждения. Ну, немножко можно было пройти, но я так думаю, вам
более интересно посмотреть на те же пхали хинкали. Все интереснее. Фотобудка. Главное, засуньте туда. Я, наверное, хотел сказать, что вставляете 100 рублей в эту фоторамку и все, и получаете свою фотографию. Но вы этого уже не услышите точно. В связи с тем, что звук не писался почему-то, не знаю, по какой программе. И по какой, точнее, по какой причине. Набережная. Там фестивальный. Тут пацан гоняет собак, которые стащили где-то косточку большую сахарную. Ну, а мы прогуляемся по вот этой, по самой прибрежной части набережной. Тут набережная большая. Я уже говорил, не знаю, или говорил, или еще скажу, но вы это не услышите. О том, что в киоске вот в эти набирали девчонок морозостойких. Судя по тому, как народ одет, а я также был одет, достаточно тепло, хорошо. В общем, холодно было. На Новогинской вообще шел снег, когда я прогуливался. А здесь вот песочек. Большая такая, большая клумбочка с песочком, которую охраняет лев. Там, естественно, в летний период, я не знаю, наверное, тоже вон бунгало стоят, либо лежаки, для тех, кто любит песочки, там всякие такие пляжные. Майами, там, я не знаю, где там песок у них, как, на каких пляжах. Я привык к каменному, галечному пляжу. Мне он больше нравится, если честно. Ну, тоже имеет место быть. Так что, если вы хотите песочек чисто, то, пожалуйста, в Сочи прошли, по набережной перешли буквально по этой брусчатке, и там сразу море, как видите. Большие зеленые площадки, там вон, за ними спрятаны лежаки. Сейчас их, конечно же, сложили, а так в летний период здесь тоже вот можно. Кому не нравится брусчатка, кому не нравится галька, кому не нравится песок, пожалуйста, можете вот тут вот на зеленой искусственной травке полежать. Либо снять себе бунгало. Я, правда, не знаю ценовую политику этих бунгало сейчас. Наверное, еще никто не знает в этом году. Но судя по тому, что это центральный пляж все-таки самого Сочи, блин, я так думаю, что будет чуть-чуть подороже, чем в Лазаревской, уж точно. Но зато вид на море. Лежишь, смотришь, как там мимо тебя народ будет бродить. А народ там будет бродить, уж поверьте. Летом там народа полно всегда. Да тут и зимой-то на новогодние праздники. Кто смотрел предыдущие вот ролики, в прошлом году, в этом я пореже бывал там в Сочи, но все равно бывал. Очень много людей гуляет по набережной, когда тепло, естественно. Сейчас вот только одни медведи лазят, да собаки. Холодно, холодно, но ничего, как поется в песенке. Вот такая вот эта часть набережной, тут вот она гораздо шире, позже уже все сужается, сужается, и к пивоварне будет уже узенький пляжик. Кстати, здесь вот, когда мы начинали, вы услышали, там вы слышали еще, что делается, насыпают пляж. Маяк. Про это речь шла уже достаточно давно, и вот дошла. Сейчас посмотрим на море, на Александровский маяк с этой стороны, насколько я помню. И потопаем дальше. Но дальше это уже будет совсем другой ролик, и его тоже придется озвучивать, так как вот последующие ролики уже все были без звука. Обидно, очень обидно, так как я там наверняка говорил какие-нибудь мудрые вещи. Правда, сам не помню, как еще это мог говорить, когда шел по набережной Мудрого. Каскад, вот эти вот всякие дорогие отели прямо на самом берегу моря. Снести нафиг. Губернатор сказал 200 метров от моря. Значит, 200 метров от моря. Все убрать. Проход к морю в зимний период в этом году закрыт раньше. Я свободно туда доходил. И там, где сейчас гуляют только чайки, он сидят, туда можно было пройти и поснимать, и пофотографировать. Я еще имел неосторожность, было полетать там. На тот момент я что-то как-то не задумывался. Я уже приметил этот пляж. Сейчас мы туда сходим в следующем ролике. Как-то я здесь даже летал, и слава богу, на тот момент шмель вернулся. Только потом, спустя иное количество времени, он улетит и уже не вернется. Вот такие вот дела, ребят. Что, заканчиваем этот ролик. Всем говорю пока. До новых встреч. Ну, там подписывайтесь, ставьте лайки.